Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс, и мы обратно в игре Days After, игрулька, которая просто нереально похожа на Лолдейку, плюс к этому она завоевала еще больше количество игроков, и количество скачиваний растет прямо на глазах. У нас по сети аварию на мосту какое-то событие, у нас есть кастетик, какие-то сумки, это все мы обсмотрим. Посмотрим, естественно, что-то оставим у себя дома. Девка передвигается мега очень быстро. Я думаю, что нам понадобится с собой труба, какая-то еда. И обязательно мы с этим всем справимся. Так, выложим максимально, что можно, конечно же, дома. Ну и за остальным отправимся все-таки на это событие. Если вам интересно эта игруля, обязательно напишите комментарий. Ну и не забудьте поставить лайк, ведь именно от этого и зависит скорость выхода следующего видео. Но мы вылетаем на глобальную карту. Как вы видите, что здесь событие развивается, игра автоматически обновляется. И так, 7 дней премиума. Oh my god, 5 часов 57 минут. Я так и не понял, что это, что мне примак дали. Ну что, что-то новенькое на карте. Бежать, и это авария на мосту. Сейчас мы посетим это новое событие. Если вы играете в эту игру, тоже, пожалуйста, напишите, маякните, что здесь самое важное, насколько здесь интересно. И 5 часов. Ага, это покупка. То есть здесь примак стоит 259. Не, по-моему, вы так и не поняли, насколько... так, это дороговато будет. Немножечко еды. Режим стелса не раз меня спасал. И вот этот вот кабанчик сейчас костечком должен получить. Опа! Хорошенечко, двоечку. Ох, он и орет, когда сливается. Оу май гадабл. Забираем все, что-то, какие-то кубки. Это все интересно. Входящий создать клан на 10 уровне. Понятно, почему восклицательный знак. Здесь еще что-то. Так, книжечка. Там парампам, награда ХП, XP. Короче, здесь мы выполняем награды. Напоминаем, то есть я сам себе напоминаю о том, что здесь очень важно выполнять вот эти вот задания, потому что они добавляют опыт. И я так понимаю, что подчинить радио даже 3 дня примака дает или что-то подобное. Итак, прогрессы и самое главное награды, которые тоже следуют один за другим. Показано, что что-то мне прилетело на почту. Новая почта. Навык. Том забрать. Давайте посмотрим, что это за том и с чем уйдет. Я неопытный. Нажмите, чтобы узнать больше. Можно найти. На, прочитал, получите любой ранг навыка. Ну, так, я хочу читать. А как его читать? Ага. Ну... Использовать нельзя, да? Это, ладно, я потом разберусь. Поехали дальше. Загорелся какой-то подарочек. Награду за покупку. Не хочу награды. Сразу хотел сказать о том, что здесь можно сделать. Например, можно здесь улучшать ножи. Если, например, у тебя есть ножик, то ты можешь его просто скрафтить. Потом дальше ты можешь на него поставить звезду. То есть для этого нужен чертеж. Также звезда номер 2. То есть чертеж нам позволяет еще более круто улучшить этот ножик. И, естественно, сделать еще максимально его крутым. Давайте пройдем это событие. Кстати, посмотрим, что больше наносит. Урона 16-22. У нас здесь 19. Я так понимаю, что это урон. Или что это? Урон 19. Время атаки 0.9. И эта штука, что у нас говорит? 16. И короче, скорость немного поменьше. Поэтому я думаю, что можно будет побыстрее это все проходить. И, кстати, заглянуть вот в этот. Это типа разрушенного конвоя, что-то такое. Экипировать. У меня такие же джинсы, но я думаю, что броня это так же, как и в Лаздейке. Никогда лишней не будет. И хорошечно двушечку прописал. И 27. Тут, в принципе, режим стелса не особо. Ах ты ж сам. Ох ты какой быстрый, он оглушил. Нифига себе, на двуху прям. Да, кастет это тема. Ну что?
Бинты наши лучшие кинты. Ягода малина. Ну и растительное волокно. Я так понимаю, что здесь, конечно, передвигается девка очень быстро. Персонаж вас бегает просто чуть ли не телепортируется. И я так понимаю, что растительное волокно — это неважная тема. И, наверное, некоторые моменты в игре более редкие, которые можно сразу же использовать, либо выкинуть. Так, волчара на вот это прикол. Так, здесь и рюкзачок. Ох и быстрый, ребят. Ну ничего, сейчас посмотрим, что в этом рюкзаке. Я бы, честно, этот рюкзак сам по себе забрал бы. Итак, какие-то интересные петли. Блин, а почему вот это нельзя использовать, ребят? Можно найти на, но использовать нельзя. Что за фигня? Ребят, пишите, если вы что-то знаете об этом. Я что-то очень-таки отстал. Супец. И горошек. Я горошек люблю, конечно. Прикольно. Он и вкусный, и потом, если честно, и в штанах тепло. Все отлично. Держите трубой. Хорошечно, просто трубой огрел. Я так понимаю, что мой кастетик а-ля улю, или я его выкинул? Как я мог так поступить с кастетом-то? Вы, наверное, кастет мой а-ля улю. И это, конечно, печально. Давайте будем трубой орудовать. Почему бы и нет? Кабанеро. Так, вот еще одна машина. Блин, прикольный мост, да? Такой очень-очень, конечно, он пострадавший от чего-то. Обрывок ткани использовать нельзя. Проволока, я так понимаю, что известняк мы обязательно можем нафармить. Веревки тоже. А вот резина нам может понадобиться в ближайшем будущем. Да давайте уже... Ох ты, чего, аж замедленка. Нифига, от них даже кусманы какие-то отлетают. Жесть, как она есть. О, щеночек, привет. Ты чего, щеночек, куда ты меня заводишь? Ох, нифига себе, это типа толстяка что-то такое. Места нет. А щеночек, вы видели, убегал. Реально подстава, подстава, 100% подстава. Ну вот что здесь выкинуть, а что оставить? Кожа? Ну ладно. Конечно, кожа тоже очень сильно нам может помочь. Но щеночек. Щеночек, здрасте. Отличненько. Наверное, лучше всего было бы вернуться на эту локацию. Я не думаю, что она быстро так пропадет моментально. О, мы можем рубаху делать с одной звездой. А это что такое? Драгоценные украшения. Я так понимаю, что за этим придется мне еще разочек сюда возвращаться. Локация очень большая, рюкзак у меня крайне маленький. Давай, кабан, сразимся. Ух ты, че, как жестко, конечно, они там орут. Ох, и жрет звуки, я не знаю, передают ли вам эти звуки, но жрет девка, конечно. Чуть-чуть даже похуже, чем вот та свинка, которую мы слили. Итак, у нас есть вот такая вот труба. Кстати, это баллон красной краски, гвозди и копченое мясо. Ну, явно мы приоритет оружию предоставляем. Не знаю, что это такое. Бытовая химия, изготовление разных предметов, улучшение на станке. Жир, я думаю, что мы поохотимся как-то тоже. Обязательно, волчара, мы на тебя охотимся, вот. До свидания, извините, волчара. Конечно же, посмотрим, что в этом ящике. Шопера. Такая же, как у меня. И теперь еще больше дилемма. Доски, гвозди, все прям нужно. Я бы на эту локацию вернулся еще разочек. Так, здравствуйте. Ботинки. Ну, мне кажется, такие же, как у меня. Даже мне получше, да? Ну что, я практически собрал весь сет, кроме куртки. Ну, вместо чего это все забирать? Вот это вот большая проблема. Где-то еще здесь, по идее, должна быть шапка. Ой, куртка. Непонятно вообще, как тут ходить.
авария на мосту. Такое тут вообще по воде можно было перейти. Ну да, такая локация небольшая, прикольная. Оленчик, вы видели, прикольно бегает. Тут автобус какой-то, который явно сошел с рельс. С рельс, отлично, что морознул нормально. Короче, локация обсмотрена полностью. Я попробую, естественно, сюда вернуться через время. Тут что-то мне показывает, что добавить ящики еще. Это, наверное, типа ящик, который можно крутить для авторежима. Посмотрим, что мне даст. Oh my god, boy. Нифига себе, джекпоты кто-то выиграл. Добавить больше ящиков? Ага, то есть вот как оно. Ну а забрать эту кожу как? Понял, принял. Ага, заходим, смотрим. Почта. Не понял. А вот и шкурка за награды. Прикольно. Итак, что-то мне вот за здесь говорит, что нам доступны новые какие-то изменения. До сих пор эта штука вот работает. Как вы видите, все у нас платненько здесь в игре. Но можно бесплатно как-то тоже открывать за рекламку вот такие вот прикольные ящики. Ну и, конечно, бонусы в этом получать. Я отправляюсь домой, попробую сюда же вернуться еще разочек для того, чтобы добрать те ресурсы, которые не добрал. Давайте посмотрим, в принципе, остается ли эта локация. Ну, вроде остается, да, добыча. Ага, обновиться через... То есть ее можно еще целые сутки лутать. Поэтому я туда еще буду бегать. Ну а вам огромное спасибо за просмотр. Давайте будем играть и в эту игру. Я надеюсь, что она вам понравилась. И как минимум мы заценим много интересного. Ну и естественно нам теперь нужно побольше ящиков. А для этого я пойду сейчас попробую хоть как-то ресурсов нафармить нужных. Чтобы ящиков побольше. Пол изготовить обязательно тоже. Потому что для этого нам придется немного пофармить.